Универсальная прикормка серии «Классика» является самой первой нашей продукцией, которая производится с 1998 года. Эта прикормка имеет моноаромат, то есть в нее добавлен какой-то один ароматизатор. Здесь нету сложных запахов, но это и большое преимущество для нее. Во-первых, это все-таки универсальность. Запах сделан так, чтобы привлекать любую рыбу. Будь то это лещ, ботва или карп, и уклейка или какая-то другая рыба. Во-вторых, запах относительно не сильный. И эта прикормка, благодаря тому, что запах у нее не сильный, может быть как прикормка для холодной воды, для даже подледной ловли, для и лета, и тепла. Но она может и быть в составе спортивных смесей для того, чтобы спортивную смесь немножко ослабить в ее ароматизации. Это очень важно бывает на водоемах, где большой прессинг рыболовов, и рыба с определенной осторожностью относится ко всем видам ароматизаторов. Эта серия применяется нами довольно часто в спорте, именно с этой целью, чтобы разбавить сильно пахнущую спортивную прикормку. В любительской рыбалке эта прикормка зарекомендовала себя очень-очень хорошо. Она выпускается в нескольких видах. Мы выпускаем обычную универсальную прикормку, выпускаем прикормку с запахом аниса, ванили и прикормку также универсальную, но отработанную для ловли фидером. Универсальная и универсальная фидер имеют один и тот же ароматический букет. Как и во все наши прикормки, в эту бюджетную серию мы не кладем отрубей и не кладем никаких дешевых, некачественных продуктов. Все продукты абсолютно качественные. Может быть, здесь просто поменьше ароматика, может быть, здесь поменьше бисквита и больше панировочного сухаря. Но эта прикормка все равно остается очень и очень качественной, высокопитательной и интересной для рыбы. Смесь имеет среднюю мелкую фракцию помола. Во всех видах она желтого цвета. И при этом она обладает средней липкостью, средней рыхлостью и средней тяжестью. По всем показателям она усреднена. Поэтому если вы используете ее в условиях и хотите адаптировать ее под условия озера и реки, как и все наши прикормки, мы советуем вам дополнительно ее доработать. Доработать можно с помощью земли, если вы ловите на течении, то в разных пропорциях добавление земли сделает эту прикормку более тяжелой. Можете разбить ее жареной коноплей или жмыхом подсолнечника, или перемолотым семенами подсолнечника, для того, чтобы ловить ей на озерах и сделать ее более легкую. Это классический подход для доработки прикормок. При определенной работе с прикормкой смеси классика универсальная могут стать спортивными смесями, ведь в них нету ни отрубей, ни каких-то плохих продуктов. Для этого просто нужно добавить немножко побольше бисквита, жареной конопли или жареного льна, и при этом можно усилить ее ароматизацию, если это требуется. В этом случае эта прикормка будет абсолютно полноценной спортивной смесью. Отвечая на вопрос, можно ли использовать эту прикормку для ловли зимой, отвечу, что можно. И более того, в этой упаковке мы производим и зимние смеси, где делается небольшая наклеечка с надписью «Зима». Объясню почему. Дело в том, что ароматизация этих прикормок настолько небольшая и приятная для рыбы, что она очень хорошо ловит и зимой. Особенно хорошо ловит зимой это универсальная анис и универсальная ваниль. Эти две прикормки могут применяться в любом случае для ловли зимой, если вы не знаете, что засыпать в лунку или не уверены, какая рыба подойдет. На 100% эти прикормки отработают. Эти прикормки однозначно привлекут рыбу, но дальше вы будете ориентироваться на то, что вы хотите поймать, леща или плотву, и на глубине или на течении. Все это касается зимы. Прикормка Дунаев Классика универсальная допускает добавление живых компонентов. Это резанный червь, опарыш или мотыль. Более того, все-таки живой компонент является одним из основных компонентов привлечения рыбы в готовых смесях. Поэтому рекомендую, если у вас есть возможность,
нарезать червяка, купить опарыша или мотыля, то добавляйте, и ваш улов в разы увеличится. Это краткое описание прикормки Дунаев, классика универсальная.